В Ульяновске завершился открытый областной конкурс хореографических коллективов «Симбирские выкрутасы». Площадкой для мероприятия стал Дом культуры «Губернаторский». На его сцену вышли десятки хореографических коллективов из Ульяновской области и других регионов. В симбирских выкрутасах принимали участие самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты детских школ искусств, общеобразовательных школ, центров детского творчества, среднеспециальных и высших учреждений культуры и искусства. В последний день состоялся гала-концерт с участием лауреатов конкурса, на котором были представлены лучшие номера. Организаторы надеются, что в следующем году юбилейные 10-е симбирские выкрутасы будут носить межрегиональный характер. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.